Управление Министерства внутренних дел России по Магаданской области ведет набор граждан на службу в органы. В середине августа этого года возраст приема на службу увеличили до 40 лет. До этого трудоустраивали мужчин и женщин не старше 35. Кандидатам необходимо иметь хорошую физическую подготовку и здоровье. Кроме этого, запрещено быть гражданином другой страны. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника отдела кадров Управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел России по Магаданской области Виталий Кириченко. В настоящее время государственным сотрудникам полиции предоставляется ряд гарантий компенсации. Есть определенные преимущества службы в полиции для граждан наших. Ну, основные – это все мы с вами проживаем в районах Крайнего Севера, где стаж службы нам засчитывается из расчета 1 месяц за 2 месяца службы. Следовательно, при общем стаже выслуги для получение пенсии 20 лет, нам необходимо отработать всего 10 лет для того, чтобы получать пенсию. Значит, на сегодняшний день сотрудник полиции получает достойное денежное содержание, гарантируемое государством. В случае необходимости сотруднику предоставляется государством единовременная социальная выплата на приобретение либо строительство жилых помещений, либо это дом, либо это квартира. Кроме того, желающие поступить на службу должны иметь юридическое образование, либо полное общее. Перечень доступных вакансий можно посмотреть на сайте 49.mvd.rf в разделе «Деятельность». Подать документы можно по адресу город Магадан, улица Дзержинского, дом 9.